Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, ну что, забрали с тобой за пятый день немножко рыбы. Так, Беззубик, что мне принес? Понятно. Дрова, а здесь вот лежало как раз то, что нам нужно. Так, давай, наверное, сразу посмотрим, ребят, события есть какой-нибудь для нас или нету. Есть, есть, это злобные вандалы. Осталось один день, 17 часов. Я хочу просто посмотреть, насколько... Ой, на три заходки, друзья мои, это событие. У меня, наверное, не получится. Ну да, не наверное, а не получится, ребят, протянул. Сколько смогу. Сколько смогу сейчас повоевать, я повоюю. Так, первая волна, она и последняя, да, получается. Начнем вот с этого хламона. Так, потом, значит, кривоклык. Надо будет пособирать сегодня немножко рыбы и кривоклыка попробовать дальше качнуть хотя бы еще на один уровень. Нам нужно до 90 его, по-моему, прокачать, насколько я помню. Так, ну что, барсик вырубает. Малорик. Так, этот, что там? Пройдох своими морозными этими выпускает. Давай так, мы нахильнемся чуть-чуть. Ага, добить не получилось. Пока не получилось, но... Что ты там хрюкаешь? Хрюкало-мяукало, все. Так, давай-ка посмотрим, что нам выпадет на рулетке. Загадочный пак. Понятно. Куда ты лезешь? Какой тебе дополнительно? Тебе дополнительного не надо. Без этого. Что мы там забираем с тобой? 10-20 зубочисток ходит, блин. Так, и двигаемся дальше. Раз, два, три, четыре. Да, вообще какое-то будет нелепое, ребят, продвижение. Опять один персонаж, ну, одна волна в волне. Чё несу, фиг поймешь. В общем, одна битва, одна волна всего лишь здесь. Нафиг мне-то змеевик сдался, хотя ладно, пускай. Надо водореза было бы, конечно, лучше бы забомбить. Так было бы, наверное, получше. Ты смотри, что творит. А ну-ка. Я сейчас попробую это через хил. А ты... Ну, это уже потом. Когда эти обормоты сходят. Вот теперь через хил. Хиляемся. Заодно и уничтожаем драконов. Так, еще минус один дракончик. И остается водорез. Иногда, ребята, комментарии вы такие даете, спрашиваете у меня вот в игре, как включить русский язык в этой игре. Ребята, еще раз повторяю, я ее когда скачивал, и скачиваешь ее, кстати, в обычном Play Market, ребят. Не надо ничего там выдумывать, просто заходите, она там есть. Драконы, всадники Олуха, все, она там есть. Не надо там придумывать, что ее типа там нету. И когда скачиваешь, русский язык у меня автоматом был там. Ну-ка давай посмотрим, что... Тут нам достанется. Опа, прилив сил. Ну, хотя бы даже вот ради этого, что, ребят, прилив сил. Или рыба там выпадает на рулетке. Я думаю, стоит проходить. Даже если ты не успеешь полностью пройти. Но хоть что-нибудь да урвешь. Так, ну что, уже две волны, друзья мои. Водорез плюс душитель здесь. В тандеме, так скажем, да? Сидят. Поехали, начнем с этого обормота. Он бесявый, он все равно, ребят. Ать. Но этот, по-моему, тоже, насколько я помню, понижает броню. Если мне память не изменяет. А она может, она такая зараза. Так, что, хиляемся тогда, да? Ну и что ты там пшикаешь? Вторая волна, кто у нас тут? Душитель и злобный змеевик. Начну, наверное, с душителя все-таки, вот с этого мелкого. Потому что, ну, злобный змеевик, он уж не так опасен. Хотя под усиленной атакой все равно не так опасен. Разберем. Сейчас ему барсик пропишет сладких люлей. А у нас опять рулеточка, и выпадает нам древесина, 75 миллионов, ребят. И не забывайте, что нам 30 всего лишь рун нужно, даже 26, для того, чтобы мы с тобой
Купили новый участок земельный. Так, сколько у нас? Еще два поединка. То есть мы с тобой заберем 1000 тусклого янтаря. Это будет наша награда на сегодня. Так, злобный змеевик. Один. Одна штука. Ладно. Ходит первым. Погнали. Сделаем так, так. И, наверное, добивка. Громобой, значит, сородич шепота. Ну и костолом. Минус один. Так, сейчас мы, наверное, будем все-таки громобоя, ребята, бомбить. Если не успеем. Да по идее, что не успеем-то? Должны успеть. Ай, блин. Но он не успеет же энергию накопить, нет, конечно. А вот бомбануть его могут, ребята. Но этого не произошло, поэтому все у нас четенькое. Мы и выживаем, и хиляемся, и уничтожаем громобои с тобой. Но это сейчас, ну, из-под тишка, конечно. Он добьет мне его, скорее всего. Да? Нет? Не стал бомбить, ну и флаг тебе, как говорится, в руки. А тут нам достается рыба. Мало рыбы. Хотелось бы рун чуть-чуть получить. Вот это было бы нормально. Ну что, вперед. Последний поединок на сегодня у нас. Потом пойдем собирать рыбу, древесину, прокачивать. Может быть, у нас получится кривоклыка нашего в скором времени на 19 уровень прокачать. Было бы очень даже неплохо. Так, бомбанули. Пробили. Ну, конечно. Конечно, кривоклык не может, ребят, добить. Не хватает ему силенок. Так, а здесь-то у нас что? Ого-го. Не очень приятная компания, если честно. Слушай, ну этот энергию пока не сожрал, к счастью. Блин, заблокировал, а? Ладно, минус один. Давай сюда укус. Еще укус. Ну это стражи, они зеленые, ребята, поэтому если будет возможность, мы сейчас... Если этот опять нас не заблокирует. Он не заблокировал, поэтому мы сейчас будем отхиливаться. Вот таким вот образом. И опять они ходят вдвоем, да? Вот имбарсик мой, а, не дает покоя. Этот одного, второго, третьего уже не знает, кого бомбить. Ну что, костолом, тут уже, извини, ты ничего не делаешь, у тебя энергии нету. Поэтому прощай, роднулька. Ну что, последнее колесо, и достается нам... Блин, загадочно, я думал, сейчас все-таки, может быть, получим с тобой фрукт. Но нет, никакого фрукта нам не дали, там три штуки было. Ну что, забираем 1000 тусклого янтаря. 33%, да, ровно половина, ребята, пройдена. Так, тут у нас... О, нужный, кстати, это, ребят, нужный фрагмент нам выпал. Этот фрагмент нам понадобится. Так, кривоклык, сколько там нужно тебе? 190, а, у нас есть. Отлично, 210. 210. Да. Так, перешкур. Будешь, нет? Нет, конечно. Какой там будешь? Не дождешься от него. Иди, не руйся. Так, этого отправляем. Эти пока пускай постоят у нас тут. С 5 миллионов приносит нам. Слушай, нам бы его бы, конечно, прокачать. Но смотри, вот удивляет меня. Следующий уровень, да, если мы же вкачаем, нам ровным счетом не идет никакой прибавки. Вообще ни на чем. Ни на рыбе. Ну, ни на рыбе, ни на железе. Просто в пустоту. Просто вкачиваешь в пустоту, ребят. Тоже такое себе удовольствие. Видите, тоже так мало нам приносит всего, а? Шипотень, ну...
Блин, почему так мало он приносит, да? Шипотень, премиум и... Не знаю. Обычно премиум драконы, они должны, ну, как бы много приносить ресурсов, насколько я помню. Так, что у нас тут? Ну, давай, давай, давай. Понятно, тут по стандарту все почему-то. Сорвать чешуйку. Выпадет туз 5, чувствую я. Так, давай дальше. Где там у нас? Ага. Так, ты-то что у нас тут? Опять свой кожаный мяч, блин. Хик-трик, кожаный мяч. Принес он мне. Так, железо 1770. Ну, опять же, этого мало. Давай этих туда отправим тоже. Что тут выпадет? Ну, тут явно, ребята, выпадет нам тусклый янтарь. Что еще тут может выпасть? Я был не прав, выпадают руны. Выпадают руны. Друзья, я его отправляю дальше тогда, короче, в приключение. Драконий край, конечно же. Так, спрятаться в пещерах. Ну, а ты в Готи там. Слетай в гости к Готи. Так, здесь что? Отказаться. Вот это я возьму. Тортики какие-то тут у нас прячутся. Так, ну что, рыба, давай. Блин, дофига. Так, давай тогда заберем с тобой загадочный пак. Бесплатный. Дайте рун. Мне не хватает, блин, всего немножко рун. Все равно еще чуть-чуть не хватает. 10 рун буквально, друзья мои, не хватает мне. Так, тут чешуя, все это понятно. Давай, иди. Так, где наш листочник? Листочки все мне приносит. Все он на листиках на своих помешанный. Так, давай здесь еще заберем. Кстати, может быть, вот здесь мы, кстати, соберем с этих паков 10 рун. Может быть, ребят. О, да. О, да. 25 рун. Это прям бальзам на душу, ребят. Так что у нас покупка новой территории сейчас будет. Так, нам выпадает здесь ищейка. И последний пак. Давай смотреть. Чудовище, шипорез, дикарь. Окей. Да, конечно. Не то немножко нажал. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, друзья мои, новая территория. Какую я хотел где-то с лесопилкой, которую я хотел взять. Вот это, по-моему. Да. Бухта хулиганов. Трынь. Так, ну тут надо... Сколько? Один день? Вы, блин, серьезно? Один день. Что это? 75 дерева. 142. Давай. Построить. Подожди, а что значит построить? Один из трех, а что, можно? Подожди секунду. Где у нас с тобой лесопилки такие же? Подожди, подожди. Где у нас? Подожди, вот. Но здесь нельзя, ничего. А почему там показали одну из трех? Непонятно, ладно, ладно. Так, мы что-нибудь... 500. А, 500 тысяч, блин.
Так, тут миллионы. Ну, один час еще, ладно, но сутки ждать, это, конечно, это перебор. И елки, ну на елке у меня, ребят, не хватает. Вот это можно бесплатно. Так, все? Не все, не пойму я. Ну тут получается, что все, ребят. Но главная территория у нас будет новая, ребят. Все. Мы копили на нее, долго копили. И наконец-то мы накопили. Так, что еще? С этим давай тогда разберемся. Наверное, этого отправим за древесиной. Но эти так как ничего пока не смогут делать. Пускай идет за рыбой, а ты за древесиной. Че они тут будут просто сидеть, как говорится? Сопли жевать, да? Я и этого, блин, в первый раз не прокачал. Пускай, наверное, за древесиной летит. Так, этого-то нам надо... Блин, а этого мы с тобой тоже не докачивали, а? Но это уже, наверное, после беззубика, ребят. Скорее всего, мы сделаем. Ой, после беззубика, после кривоклыка. Вначале кривоклыка прокачаем, потом уже займемся этим. Беззубиком. Так, шторморез, ужас, пристеглов, водорез, сарделька. Ага. Ничего такого, ребята, особого здесь не было, кстати. Вообще. Так, заберем здесь награды. Ага, мы получим с тобой один подарочек. Там, наверное, как всегда, какие-нибудь зубочистки Удина или еще что-нибудь в этом роде, да? Нет, загадочный пак, зубочистки идут следующими. Шторморез, громобой, пристеголов. Все, пока все. И что я хотел? И я хотел отправить нашего беззубика на поиск, ребят. Вот, видишь эти детали? Вот они. Пускай летит. Пускай летит, пускай ищет. Так, а у нас, наверное, все, друзья мои, на сегодня получается здесь. Мы больше ничего здесь сделать не можем. Всех отправили, кого могли. Сейчас сейчас дозаполню все это. Все, больше нет у нас свободных мест. Так, этого забыл. Этого забыл, так, стоп. Возвращайся. Вместо тебя пойдет вот это. Он намного больше приносит нам древесины. Просто в разы. Так, тут ничего нету, никаких наград нету. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.